Независимость — одна из центральных улиц города получила название «Проспект Независимости». И молодежь, и заслуженные ветераны с одинаково праздничным настроением пришли на торжественный митинг, посвященный этому событию. Исторически сложилось так, что в Актау нет улиц в привычном понимании. Город поделен на микрорайоны. И центральных улиц всего две. Одна из них называется «Проспект первого президента», а теперь и вторая городская магистраль получила свое название «Проспект Независимости». Решение об этом принял маслихат города. Депутаты прислушались к пожеланиям жителей Актау и совета старейшин Мангыстауской области. Местный филиал партии «Нуротан» также поддержал эту инициативу. На торжественный митинг пришло очень много молодежи, ровесников независимого Казахстана. Аксакалы говорят, что именно им нужно объяснять ценность этого праздника, рассказывать о том, как наши предки боролись за свободу и независимость своей страны. А руководство города и депутаты маслихата обещают, что к 20-летию независимости новый проспект преобразится. На сегодняшнее 19-летие независимости уже до следующего года здесь проводиться будет работа, отделяться будет, благоустроиваться и будет делать дороги. Для нашей молодежи, я думаю, это очень большой, очень важный праздник. Я думаю, для всех казахстанцев вообще. Так что я думаю, сегодняшнее мероприятие обязательно несет за собой патриотический характер и дает возможность патриотическому воспитанию нашей молодежи. И с чем я хочу поздравить всех жителей нашего города. В международном аэропорту имени Шарля.